Привет. Я опять на Татре с тарелькой. Неполная поездка будет. Ну, не по кольцу, а Демиита, наверное. Я уже ездил на этом, по этому маршруту, но не сегодня. Просто скоро таких маршрутов, скоро таких трамваев, я думаю, уже не будет, поэтому надо их чаще снимать. Вон это 70, на котором я планирую сегодня тоже проехаться. Тут большой светофор, длинный, долгий. Не хотел снимать, а потом думаю, ну а чё, старенький вагончик, почему бы и не поснимать, тем более такая погода хорошая. Сейчас еду я из Боткинской больницы в свою поликлинику. Посмотрим, что там с глазиком скажут мне. Это еще хорошо, я 7 минут ждал его. Трамвайчик, а так он один на маршруте. Мог бы, наверное, полчаса он там снимать или коллеги на мобилке снимают. Лесной улице, не помню, гуляли, не гуляли. Тут тоже заднее стекло прозрачное. А следующие затемненные все остальные. Почему-то не платит ничего никто за проезд. Светофоры вот много начало появляться с белой стрелкой пешеходной. То
пусть, допустим, горит зеленый прямо и стрелка направо. И еще белая стрелка с поворотом направо, человечек. Вот это получается, надо водителю пропустить пешехода. Но если пешеходов нет, он может ехать. Поехал. А Яндекс, когда я смотрел сегодня, планировал куда поехать. Смотрите, видите? Двери закрываются. Следующая остановка — улица Валика. Безлимитную или социальную карту валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам, детьми и беременным женщинам. Сейчас пробки везде, что-то 2 часа дня, и я подумал, что проще на трамвае проехать, потому что у него отдельный путь, он в пробках не стоит. То сейчас бы на автобусе на Сущевском валу встал бы. Палиха называла, оказывается, Палиха. Девяносто минут с пересадкой, вот это нормально. Кстати, атмосфера здесь хорошая. Слышно, что работают вентиляторы, но не на полную. Осеннему нормально, комфортно.
попадает на поворотах не по-детски. По этой стороне по правой двойные сиденья, я помню, были. Двери закрываются. Когда? Когда пластиковые сиденья были желтого цвета там или какого? Не помню точно. С этой стороны было два сиденья ряда, ну, два сиденья, а здесь одно всегда было. Вот интеграция, кстати, провода. Когда его строили, корпус он тоже для видеокамер. Когда этот вагон строили, таких понятий видеокамер еще не было. Так, мне за поворотом надо выходить. Не знаю, это МИИД, не МИИД. А, вот 50-й. Подальше. Вас приветствует Московский транспорт. Трамвай следует по маршруту номер 9 до остановки Тверская застава. Приятной поездки. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — улица Образцова. Так, сюда раньше не ходил трамвай, кажется, да? Сейчас ходит. Решение, кстати. Тут решение как сделали с остановками, чтобы проезжую часть подняли просто, чтобы было удобно останавливаться, ну, выходить, в смысле. Просто вот такое решение сделали, и высокая площадка получилась. Вроде фигня, а вроде и очень удобно. То есть просто подняли вот чуть-чуть, и все, и вровень ступенькам сделано все. Машины заезжают и... Ну ладно, я приехал, 15 минут, и я уже на месте, а так бы... На Сущевском валу там непонятно, сколько стоял бы сейчас. Назад, наверное, тоже так же поеду. И уже тогда на Т-70. Ладно, до скорого. До следующего видео. Вот моя поликлиника. Уже.
виднеется. Надеюсь, там мне помогут. Это я сзади захожу. Все. До скорого.
Матрасы в городском транспорте по-прежнему необходимы. Пожалуйста, не снимайте ее до выхода из транспорта. Погода, только гулять с утра до вечера. Вообще. На улице где-то 12, в тени.
Если не 12, на солнышке где-нибудь 15, наверное. Ветра практически нету, и солнца ни одного облачка. Максимум надо от погоды сейчас воспользоваться. До Тверской заставы, там не пересадка, потому что светофор. Ну, можно по Тверским Ямским еще пройтись как-нибудь. Они небольшие, коротенькие. Туда-сюда, туда-сюда. Тут вторая Тверская, Ямская. А там просто Тверская. Уже 3 часа, сейчас надо будет, люди с работы поедут, будет много народу, поэтому по-быстренькому надо. Так вот я и видосик снял, и по делам съездил, глазик свой. Глазик свой починил. Вот, ладно, буду закругляться сейчас на этом. Там будет отдельная история, получается, как я глазик лечил и как на трамвайчиках ездил. А сейчас-то 70 и Тушино. И может быть еще по улочкам каким-нибудь пройдусь. До скорого, не переключайтесь,
Сегодня только четверг, а обещают такую погоду до воскресенья. Придется каждый день снимать, пока есть возможность. До скорого.